Российское правительство поможет регионам развивать скотоводство. Почти 2,5 миллиарда рублей госсубсидии распределят по 34 субъектам федерации, в их числе и Самарская область, которая, сообщает агентство Регнум, получит 38,5 миллионов. Это примерно в 70 раз больше, чем Республика Тыва. Почти в 2 раза больше, чем Волгоград, и примерно столько же уйдет в Башкирию, Татарстан и Оренбуржье. Сумма рассчитывалась, исходя из показателей результативности использования государственных денег, выданных ранее.